Всем привет! В Расте есть разные стили игры. Мне всегда предпочитался ивовую игру, это когда ты фармишь сутками, строишь большой дом и минимум PvP начали вайп. В этом видео я играл с Томасом, он играет по-другому, и мне был интересен его стиль. Он играет агрессивно, без фарма, только PvP. Посмотрим, что у нас получится. Мне будет интересно почитать ваши комментарии об этом видео. Всем приятного просмотра. Что же бегает? Думаешь, что там у него есть? Не-не-не. Русский, наверное. Я все равно убью. У него двушка скрафтилась. Понял. На спине. Дал голову, я убил его. Найс. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Fuck you. Все, теперь мы уже все вооружены. Давай мне это капнем назад, пока. На тебе, одна каменная. Нашел его, чувак, его нашел. Внизу дом кемперит. С ревиком. Где? А, подойди ко мне по карте. Вижу. Давай, я иду. Он дом, а тот дверь, прошу. Там еще двухстволка есть. Он карты загриферил их. Давай, иди тоже. Он его убил. Вижу. Давай попробую с квивером. Убил. Назад чуть-чуть. Кто-то еще там внутри. Ревик не нашел. Убил. Надо патроны или ревик найти. А, нашел ревик, не забрал там. Так, есть? Тут пиздец, чувак. Лута? Ого! Тут лута! Смотри, что тут. Патроны есть на двухстволку у него? Нету. У меня тоже двухстволка без патронов. Он скамнил. Смотри! Заходи ко мне, вообще... заходи ко мне. Мало хп у всего. Все, теперь мы живем здесь. Уроды. Ой, мы только что тебя спасли от рейда. Мы вообще тут бегали, вон, двустволку убили его. Нам только патроны скрафтить, мы уйдем. Так, мы только... Тоже только зашли, вот двухстолку выбили, вот челика сейчас твоего. Я понял, а тут дверь поставил. Я поставил, я крафчу патроны себе. А можно тебя попросить, пожалуйста, дверь не ставить? Ну, типа снять, если тебе так не трудно. Что я будем делать? Короче, второй дом, мы можем тебе второй дом подарить. Давай. А там есть верстак какой-нибудь? Давай, уходим. Все, дверь я тебе оставляю. Закроешь ее. Угу, спасибо. Давай, удачи. Не, надо забрать эту дверь. Спасибо. Надо забрать эту дверь, эй. Вон тоже. Рему влог. Дверь заберу только. Окей, ладно. Идем. А, держи. Все, мы уходим. Давайте бегу, ребят. Смотри, что такое на вход поставил. Ой, блядь. Дай мне двухстолку, чтобы у тебя хоть как-то отбивался. Да, бери. Вот дом, видишь? Ну, давай застроим чуть-чуть, пока что. Мне надо скинуться будет. Не знаю, я бы себя переплавил бы компонента, как раз сюда бы пришел бы и все бы и доделал бы. Хочу застроить? 98 хп, просто пока она сгниет сейчас. А, ну фундамент не гнию, да. Я чекал здесь все ящики. Ну не знаю, его оставлять или не оставлять. Ну третья верста. Ну, понимаешь, то есть 98 хп, мы пока сегодня бегать, она сгниет. 55 хп вообще. Ну и просто смотри, тут пристроит чуть-чуть. Ты смотрел вверху, да, на ящики, да? Смотрел все ящики. Ага. Че, пойдем туда? Я что на переработку тогда. Пивза нету. Сейчас ткани будет, сейчас все будет. Но у меня уже 50 тканей. Кто-то бежит? Или это ты? Зачем? А, все, ты остановился. Ты был. Давай, закину чуть-чуть. Ой, какой чуть-чуть. Давай я пока что вниз, ты приработай. Смотри, там вроде много. Ох, нихуя. Да. Ну, сейчас на базу хватит нам только дерево надо нужно найти будет. Ну у меня 70 дерева. 700 камней. 300 дерева. У меня кирка есть, топор есть?
просто написала. Будем лучше так играть. Адам? Я тут? Поставь дверь. Сейчас. Включи костер. Я там поставил костер. Ты где дверь? Нашел. Ой, смотри, где я сидел. Так. Короче, патроны еще для двушки. А шкаф они тут. Так, шкаф. Куда поставить шкаф еще? Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот здесь шкаф стоял. Все, на шкаф есть, бегу домой. Что за ящики на крыше? Топовая база, что сказать. Ой, sorry. Скинул дерево. Ну не знаю, смотри, тут уже почти сгнило. А, фул голый. Hello? Нормально сработано. Я его отвлёк. Бегу к тебе. У них драка. Не, один стрел. Это ты? Нет, я бегу к тебе. Их там трое. Ой, пиздец. Я убегаю пока что назад чуть-чуть. Вижу, Марс, я под... Ты видел, как они криворукие? Одного не смогли убить. Смотри. Вижу. Сейчас забайтесь как-нибудь к лошади. Давай, ты беги. Сейчас, подожди, дай. Он за базу зайдет. Тихо. Убил его. Еще один бежит. Бежит сразу. Попал? Меня две головы дали. Я ему попадание, две головы сломал. Я умер. А, ты заубил их, что ли? Пока что да. Попадание сделано. Лутай быстро. Лутаю. Вверху кто-то. Я вижу. А, я труп. Попробуй меня поднять. Эй, реши сам. Тихо. Давай. Ой, ты встал? Ты поднял? Да. Сзади! Чувак, я ни разу не попал. Поднимай. Перец! Ай, я думаю, я не успел. Чувак, прости, я ни разу не попал с этой ебаной пешки. Я должен был его убивать. Блять, хуёво отыграли. Не знаю, где берданчик. У меня берданчик. Понял. На коне. Голову разбил. Голову, да, убили. Топором, тип, топором. Труп. Чувак, на тебя. Убегаем. Забери азмат. Сейчас. А, двушка, дай мне двушку. Да, сейчас дам. Патроны, на. Я тебе двушку скинул уже. Патроны скинул, вот. Ага, идем. Охуенно сработано. Написано П. А. Убил его. Где забирать будет берданку? Где он? На дороге на 220, ага. Меня. Ты пока что стой там. Я хилюсь. У него лута. Плохо так-то. У него мой ревик 21 патронами. Отлично. Добрал берданку? Давай, где ты? Давай в дом. Пойдем домой. Пока что, я думаю, хватит. Нам, ну, прям. А у нас нашу антирейд базу никто не зарейдит вообще. Пока что нет. Давай пока что в шкаф закинем. Что не надо в шкаф кидать? А, металл, только металл. Ну, у меня неплохо, как бы, фулл инвентарь есть. Мы попытались еще повоевать, но мои 45 FPS сказали, что нам лучше уйти из процедурки на Барон. И мы пошли на Рустафилд Ел Барон. Thank you.
Добегался, долбоёб. Так, я не помню, где тебе спани кидал. Тот, вверху. Во, вижу. Давайте его. Кинул. Пойдемте среди недалеко. Не, я хочу посмотреть мое тело. А, да, прям, это прям там. Он закрыл. Он открыл. Я труп, я ему попал два раза. Дал хит ему. Подними, подними. Он упал. Он умер. Это easy going deep, давай прыгай быстро. А беги внутрь. Я умер. Как-то. Дура мне через стенку убила. Ты готовый? Да, тихо. Мне второй раз парило через стенку. О. Там может, типа оружия там нету, типа все оружия нет, топов. Не, все равно утащили. Ну, ко мне тут кто-то бежит. Зовут, наверное, в костюме. Ну, вертак второй стоит, если что. О, чувак, тут ко мне залутанные парни идут. Тебе? Да, меня убили, одного я убил. Не-не, другие вообще. Это на вертолёте ёпта. Чувак, вертолёт разбился. Беги ко мне быстрей! У меня тип, попал типа. Попал второго типа. Два раза попал. Не могу попасть. Помоги. У меня калаши есть, чувак. Что? Калаши есть. Как калаши есть? Так есть. Просто так прилетели, да? Да. Беги ко мне быстрее. А где ты? Мне когда минута? Сколько калашов? Один или два? Два калаша. Залутай все, убегай. Убегаю. Ну что, они на вертолёте сломались, да? Да. Меня пиздец это. Пиздец криво зажал. Одного убил, берданчика. Сможешь убежать или нет? Да, да. Пробуй, пробуй, у меня 50 сек еще. Надеюсь. Я бегу. Давай. А я видел огонь. Тут беги огонь, ко мне, да? На карте, беги ко мне по карте. А ты залутал этого бриданчика? Нет. Смотрю на тело. А мне там кто-то бежал с 20. А где тебя бриданчика? На дороге там слева. А мне кто-то бежит? У меня двое. Вижу, вижу, вижу. Тихо, тихо. Он наверху. Один внизу еще. Аккуратно. В курсе. Он на рынке наверх. Беда их. Да, это я. Отдашь что-то? Да, беги, вот скинул. Ко мне подбеги, ко мне подбеги. У них лут. Я знаю, ко мне подбеги, ски, возьми все вот это у меня. Давай. У меня враг впереди. Убил. О. Берданка. Сзади. Азматчик убегает. Сможем идти? Надо прямо. Давай эльку найдем, чувак. Давай эльку найдем. У меня, прямо у меня. Где я сижу? Вот тут. Понял, я понял. Не показывай себя. Слышу, я убью. Тот, за этим, с планниками. Вижу, он убегает. Ага, иду. Убил. Круто. Слева, типа... А, это бомж. За этим. Убивай этого. Я крою, я крою. Блять, чувак. Вспомни 5 минут назад нашу игру, блять. Бегаем с луками, блять. А что, все? Залутал перлянку? Да, да, да. Я вижу верт. Только на крыше. А типа. А, с калашом или что-то.
Где, на доме? Направо, направо. Да. Вижу. Что у него? Здесь у меня лестницы нету. Смотри, сколько их там. А, это ручник. Смотри, сколько их бежит под, на пацан. Слушай, мы можем коптер забрать. Пойдем ты с ними пообщайся, еще убьем. Давай поговорим. Слева гнет база. У меня еще есть топляк. Ну давай, спроси. И потом русский. Ну и русский, ничего страшного. Что у него? Это кроссбоу, да? Hello, man. Hey, guys. Stop, 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 stop. Don't shoot. Go help me. Буста... А, ты русский, да, вообще? Давай подсад на эту крышу. Давай, заберем, давай, заберем эту хуйню. Вот тут иди на крышу, типа. Посадишь меня? Давай. Подсадите еще одного, подсадите еще одного, парни, подсадите еще одного. Это ворот еще. Иди на крышу. Контроль, контроль. Парни, еще один нужен. Подсади мне пока. Подсади мне, подсади. Давай мне подсад. Враг осторожен. А ты не сможешь подсад сделать? А? Там враг сторону, может быть, быстрее столкнуть. Сейчас еще один подсадится. Убил его, дверь открыта. Парни, давайте быстрее, пожалуйста. Подсади нас сюда. Наконец-то. Убил. Я не могу прыгнуть. Да, улетаем туда, улетаем просто. А смотри, еще помощь подсадит. Полетели, полетели, полетели сюда. Сейчас найдем замес. Давай, лети. Просто болит бомжей. Слышат? Нам туда, сейчас. Несу тебе, пей. Несу. Лагает очень сильно, чувак лагает. Забей, забей, не стреляй, не стреляй, не стреляй, забей. У меня очень, у меня спин 150, пиздец. Ну все, чувак, я походу наигрался, время пришло, блять, 8 часов. Все, нахуй, пинг 100. Я кое-как сейчас посажу. 150. Все. Пойдем попробуем побить. Я только не понял, не на магазине были или где? 150. Кто-то по сумме ставил сейчас. Миллион ноги. Перерабатывай, чувак. Зарутные. Я труп. Одного стреляю. Один на улице. На улице. Белого. Ты full dead? Да. Как меня лагает, а, чувак. Это пул карты. Давай попробуем на рандом. Я... Нет, нет. Давай, здесь спам частый. Да, но сразу, когда вверху надо, я внизу. Прикрывай пока, что пробую. Нет, тысяча скрапа. Что? Нет, тысяча скрапа. Это конец. Как вы могли понять из этого видео, последняя обнова в Расте сильно нагружает мой ПК. Чтобы обновить свой ПК, у меня есть 4 варианта. Первый вариант – это не снимать видео пару месяцев и заняться серьезной работой, и тем самым убить свой канал. Второй вариант – это пиарить всякое говно, на котором люди будут терять свои деньги, чем я никогда не буду заниматься. Третий вариант – это играть по контракту на сервер, на котором мне неинтересно играть, и выкладывать контент, который мне неинтересен. Четвертый вариант – это самый подходящий вариант, как по мне. Это просить поддержки у своих зрителей, и что является, как по мне, единственным решением данной ситуации.